Друзья, ну что, добро пожаловать на первый в истории футбольного клуба на спорте киберспортивный матч по CSGO. И сегодня противостояние двух титанов на спорте и Тодрот. На кого сегодня ставишь? Конечно же, ставлю на спорте. Если будешь ставить хедшоты, в ворота Тодрот будешь праздновать? В ворота? Не, ну если здесь я буду убивать, я буду праздновать. А в ворота я не знаю, наверное, нет, не буду праздновать. Давай, я в тебя верю. Собери. Не переключай. Блять, как же он заебал меня! Он меня заебал просто, пиздец как. Ты килл в своей игре, да? Ты горишь, брат! Блять, он попал этим флеймом, ебаный. Кто выиграет сегодня вообще? Тудрот. Почему Тудрот? Ну блин, потому что у нас состав, ну, во-первых, у нас Фандер. Начнем с этого. Во-вторых, у нас Бейп и Белка, тоже два киберспортсмена. А в-третьих, если кто смотрел последний лан-турнир, у нас есть я. У нас тоже профессионал будет. А там кто? Супер дом. Привет. Привет. Ты сегодня играешь за нас в спорте, да? Да, все верно. Представься, кто ты, чем занимаешься. Меня зовут Алмаз, играю под никнейм Алмазер. Ну, киберспортсмен, в принципе, сейчас. Вот играл в команде Force, сейчас пока ищу команду. Вот только пригласили, решил сыграть. А, блядь. А как тебе? А можешь пересечь? Ну ладно. Короче, 50 на 50 шанс. Я понимаю, там на спорте потянули сразу какого-то дикого киберспортсмена, и он... Я в туалет просто иду спокойненько, хочу сходить, и он мне сразу начинает угрожать. Тебе сегодня пизда, мы тебя разъебем. Я думаю, блядь, почему так агрессивно? Я такой, ну ладно, блядь, я понял, ты там FPLC. Поэтому у меня есть мотивация, чтобы мы закрыть его. КС играю где-то лет 6 уже. 2017 у меня в КСе наиграно на Твиче с 3 года 2. Ну там аудиторию 200. Ай, пиздец вам! Мотивация. Ну как-то так. Кто сегодня выиграет? Я думаю, что Тудрот. Почему Тудрот? Тудрот всегда выигрывает. Не, ну неправда, не всегда. Но на спорте всегда выигрывают. На спорте всегда выигрывают, и сегодня, я думаю, будет не исключение. Ну, я думаю, мы сегодня победим. Бэнг-бэнг! Ты подготовился, Платон? Да. Почему? У меня отключили интернет на хате с того момента, как мы приехали. И я вчера специально раздал режим модема с телефона, чтобы зайти на имбоц и наказать вот этого парня. И вот этого тоже. Поэтому вчера на матч не пришел. Да. Честно, да. Я все тренировал. К сегодняшнему турниру готовился. Да, но вот. Это профессиональный подход, я считаю, поэтому прекрасно. Мамонт в здании. Я играл еще, когда это был не CSGO, а 1.6. Это старая школа. А вот когда появилась CSGO, я все перестал играть. Я не знаю вообще, что я тут делаю, понимаешь? Моя жизнь, моя стихия — это футбол. Егор, а почему ты так близко к экрану сидишь? Ты что, профессиональный киберспортсмен? А давно играешь в CSGO? Как оцениваешь свой уровень? Ну, шип, я думаю, все это покажет. Я верю в него. Все, поехали! Давай, погнали! Давай, парни. Давайте как киберспортсмены, профессиональные кулачки друг другу. Давайте так. Да, хорошо. Давайте, а мы пойдем разбой, пойдем разбой. Let's go. Хорошо. Амазерка. Всем привет. Первая карта даст второй на спорте против Тудрот. Погнали. На спорте начинает за атаку, и пистолетку решают сыграть старым проверенным методом рашбэк. Кай прекрасно все слышит, дает инфу и уже готов принимать. Алмазер залетает сходу, минус помбапе в голову. Кай по Егору шипу, тут же размен, и точка Б свободна, можно устанавливать бомбу. Ну, у меня ебальничек-то отлетел сразу. Втроем решают отбивать плен через Тёмку. Xbox. Машина. Эрик минус по Платону. Хорош, что с машины? Эрик второй минус, Саша текила отлетает. Алмазер. И Краб остается на один с Фандером. С ножом бежит, не хватает пули. Фандер забирает Краба. Может диффузить, но успеет ли? Нет диффузов.
Бля, ты куда прыгаешь ножом, блядь? Бля, успел. Он наиздал? Не успей, не успей, не успей. Он наиздал? И бомба взрывается, не успевает раздефузить. 1-0 за Наспорте. Очки, очки, парни, очки, 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 парни. Как там побежал, ебать. Пойдем, пойдем. Я спину забрал. План чекайте. Заняли лонг. Шорт, шорт. Алмазер остается чекать спину. Платон с шипом поджимают шорт. Алмазер забирает поджим сзади. Егор шип с дигла отдает текилу на размене. И Алмазер вантапом завершает раунд. 2-0. Это киберкотлета, хули. Длина есть. Снова решают запушить лонг на спорте. Фандер на машине отыгрывает. Минус 3 дает в смоку. Забирают Эрика и Фандер. Фандер разбирается. Это эйс. 2-1. Кай слепой в шаршу. Платон забирает Некита. Решает спуститься в нижнюю темку, а там Эрик забирает двоих. Мбаппе минус по крапу, и Фандер пушит в смок. Видит, видит спину, пытается нож. Нет, нет, Алмазера не проведешь. Алмазер пытается поставить бомбу. Белка. Брат, там дым был. Белка в спину забирает. Ласка, ты. Я остался ласт. 90. Близко, да, поесть. Скорее всего, раунд за Тудроц. Платон, 1-2. Он каленый вроде. Time to clutch. Наказать вот этого парня. Платон, минус 1. Эрик остался на бомбе и... спокойно принял. На мед... меда нижняя. Платон забирает вместе с Алмазером поджим шарта. Ебать, что? Они дочекали сейчас яму. Серия разменов от ребят. Краб по белке. Точка свободна. Краб остается 1-2. Он успел поставить бомбу. Экономика не будет страдать в следующем раунде. В очках еще сидит, притворяется киберспортсменом. Трэш-ток пошел, блядь, трэш-ток пошел, я маху. Блядь, стоит слева сразу. Егор Ши прострелом Некита убирает. Чекает лифты. Пиздец, как Андва на КТ без шансов, без шансов. Я сложу. Лонг закрыт. Охуеть! Краб! Что ты делаешь? Ебать ты долбоёб. Тем временем лонг-то открыт уже, можно дальше развивать атаку. Я свое дело. Ну ладно, я знаю. А, блядь. И Фандер забирает Егора Шипа. Хорошо, мужики. Хорошо. Еще, еще один. Белка с Бапе на центре действует. Текила. Соло пытался пройти на шифте Б. И со всех сторон уже поджали. Раунд за Тудроц. Б, Б! Снова Раш Б, Белка. Еще трое! Снижный тэшки поджимает, дает всю инфу, забирает двоих. По нам есть инфа, по нам есть инфа. Мбаппе минус в центре, Фандер отбирает лонг, чекает машину. Егор шип. Стреляет в смог, забирает, забирает Кая. Свайп поедет зачем-то на бомбу. По стене, по краю. Ты
Найс. Хорош, пацаны, блин. Ну и Фандер не прощает. Легенды, ёбаный. Обнял, давай, ебем. Умница, братик, умничка. Можно до конца. Отличный поджим лонга. Краб отлетел. Егор шип на размене. И Фандер тут как тут. Слажно действует Тудроц. Блять. Ёбка. Еще лонг. Флешка. Ебать, не могу нахуй. Лонг прожимается, отбивается, но Некит вовремя подоспел. Краб остается один на один с Фандером. Два авика у нас. И будет встреча на лонгу. Фандер мимо. Можно устанавливать бомбу и играть под себя. Нестандартное решение. Бомба в центре пункта. А где он вообще? Блядь. Снова фейк. Фандер уже на лонгу, и краб не читает это. Я вообще его не видел. Я бегу. Фандер по всей карте просто разваливает. Заебал, не ты пацан подслушай там сидит. Он одну уху вытащил и играет. Егор шип. Не получился залезть на ящик. Текила прожимает шорт. Заходит. Она ему шорт не пригодилась бы. Заходит на плент и ставит бомбу. Бля, нас без вазелины не будет. Ну, Мбаппе дождался паузы. Блядь, как же он заебал меня! Я ему убил. Умница, Саня. Текила в свою игру ебашит. Ты горишь, брат! Текила слепой на бомбе. Блять, он попал с тем флеймом, ебаный. Латон! Латон минус по белке. Но... Блять, как было близко. Бомба раздиффузенная. Я не пойду! Профессионально сейчас сжимают лонг, Тудроц активно играют, и можно спокойно перетягивать в другие позиции. Ты меня еще раз, нахуй тебя опять режешь, блядь. Два мид. Все, собираемся, давай, кулачки. 13-2, первая половина завершена. Пистолетный раунд, Алмазер жмет в центр, минус по Эрику, бежит дальше, пробегает суицид, и видит бомбу, дают всю инфу, Алмазер уже минус 2 дает, минус 3. Я слева! Нижняя сзади. И осталось один белка, это без шансов будет. Краб здорово на размене. Камбэк, давай, блядь! Я не просто так сюда нашел, блядь, пацан, поехали! Не, я, конечно, понимаю, что мы, блядь, на поле тренируемся, пацаны дома, блядь, за компом. Так, Саня, давай, блядь, разъебывай здесь, я тебе сказал. Блядь, Николай. КТ. Ниже, чёрт. Краб, Алмазер. В большинстве остались. Блять, куда я выпрыгнул, ты ёбаный мудак? Да ты выпрыгнул, блядь! Текила неудачно на подъем спрыгивает. Два на два остались ребята. Алмазер уже в спине, забирает Мбаппе и возвращается на шорт. Бомба установлена. 1-2. Краб стреляет по Фандеру, дожимает. Спрей-контроль, да, на месте. Да. Фух. Это сейчас будет камбэк, ребята! Давай, распорт! Берем!
Текила вошел в смог, прочитали эту ситуацию и спокойно занимают точку А. Белка дальше в шорт проходит на шифте. Алмазер, Зик. Алмазер минус по белке. Краб отлетает. Алла, выходите по одному, блядь. И один в три. Нужно брать этот раунд Алмазеру. 12 хп остается. Там уже в спине игроки. Да, Фандер. Фандер на уровне. Снова не получается отыграть мидл. Егор шип. Вот ты бомж, блядь! Фандер минус по Алмазеру. Бля, ну конечно, с ВХ играет. А у вас куда ты на деньги? 15-4. Один за пушку, один на Б на машине. Егор шип зажимает Эрика в нижний. Можно разыгрывать уже этот раунд. Мбаппе. Катаю. Брат, забери бомб, поставь бомб. Закидываются молики на Вент. Серия разменов. 2 в 2 ситуация. Егор шип умирает от белки. Неудачная хаешка. И 1-0 по картам. Даст 2 за Удроц. Ну что, как прошла первая карта? Соу изи! Ребят, кто для вас был сильнее всего? Ну я имею в виду, как игрок. Фандер. У нашей команды? Ну вообще, на карте. Для вас. Фандер, конечно. Фандер, это легенда. Просто... Если без Стёба, то пацаны красавцы. И Краб, и Егорыч, и Кипа спортсмена в Питбокс сыграл. И Текила даже пару убийц сделал, что даже удивительно. Представь, даже Саша убил кого-то, да? Так что все молодцы. Ребята хорошо играют, кстати, на удивление, реально офигенно, красавцы. Ром, ну что, по-любому нервничал в этой карте? Вообще нет. Нет? На изи? Ну, я просто бегал, сидел, кайфовал. У нас один человек сидел и все. Какие планы на вторую карту? Ну, не знаю, но так же играть, сидеть, кайфовать. Ну, прекрасно. Я считаю, что это вайбовое состояние. Так и надо. Так и надо. Тогда вы будете выигрывать. Все, поехали. Все, так же, дефолт, короче. Вторая карта Инферно. 2B3, поехали. Он в плане убежал. Пески есть. Платон минус 2 уже на миду. На коврах забирает Фандера. Алмазер дает минус 3 и закрывает первый раунд. Снова на спорте забирают пистолетку. Убил мед. Краб минус 2 по голове дает. Алло, Алмазер. Бля, выходи. Сейчас будет на тебя бежать. Остается один Фандер. Мог забирать лук, очень опасно открывались ребята, но... Шифтом. В итоге здорово отыграли. Блять, он прям где коробка? Еще. Хорошо, все, забегайте, пацаны, плюс В. Смог КТ и флешки. Смог КТ, блядь. Все, проходим. Блять, я застрял, пиздец. Алмазер, смотрите, как МБП. Бомба стоит. Все, у вас грабы. Белка, готовься открываться. Эрик. Эрик не смог переиграть Алмазера. Первый будет фейк. С трифом его просто байки. Один на один. Нормально. Первый будет фейк. Пока не пикай. Тебя пушат. Нет, Белка переигрывает. На банане какая активность и без шансов. Там по своим уже стреляют. Забирают позицию и проходят на Б. Подошли. Платон последний отлетает. Да нет. Иди грабы. Хорошо. Все, выходи. Один пуск, когда может быть. Баппе на миду. Егора шипа.
Бля, это крысит, крысит, и в спину Фандер. А нахуй ты меня свой, церкви. Это крысит, бля. Фонтан убил. А, есть сет. Кай открывает Б, сбивает трапа. Темка, пацаны. В темном остается последний опорник Б плента. Подсадка на клумбы. Алмазер минус 2 дает. Минус 3 Алмазер. И на пару с Макс Фитом забирают раунд. Да, это походу да. Фандер под Б начекивает сразу двух и открывает точку. Алмазер врывается в смог, разменивает двоих. Эрик в коврах. Хорош! Пески садим. Пески. Алмазер точку ставит в раунде. 5-3 счет. Он мид пушит, блядь, просто на где. Два тут, Алмазер. Пошли, надо выходить. Они два. Алмазер пикнул. Банан. Хорош! Ебем. Не дают зайти на точку А, забирают раунд. Егор Шип, минус 2 на миду. Может, еще кого найдет смоку? Платон на ребрах забирает. Они думают, это комбайк. И последний минус от Макс Фита. Я думаю просто, что они такие пиздатые закатые. Блять, они охуеют сами за атаку играть, я гарантирую. Заходим в план. Заняли точку Б, Тудроц. Сразу минус 3, отлетает пол команды на спорте. Остается Алмазер. И Фандер. Пойдем. Все вместе. Блять, червак огромный. Блять, лонг. Минус 2 от Алмазера, бомба не установлена. А сейчас установилась бомба. Я режу. И с ножа Алмазер бежит и зарезает белку. А вот это зря, блять. Банан пикает. Фирменная флешка, блядь. Фандер слепым убивает Алмаза. Ты ебанулся, брат, а я такие даю всю жизнь, блядь. Бежит дальше. Макс Фит умирает под Б. Точка занята. А тем временем бомба ставится на А. 2-2 ситуация. Да все, поздно. Не думаю, что это было. Сейчас. Да, и пока ребят отбивают Б, бомба взрывается на А. Алмаз. Пойдем дальше. Дальше пушат яму. Уже минус 2. Каленый ласт. Он минус 73. И один в один. Это обойки надо пушить. Краб, блядь, против Фандера. Нахуй я муху взял эту ебаную. Бомба установлена. И краб не видит голову. В сайте. Заходим, ебем, пацаны. Вторая половина. Быстрый раш Б. Еще. Белка разбирается с Алмазом, не смог его затыкать. Крыса. Его нету. И ласт по КТ, Егор Шип не смог убить в спину. Алмаз вантап по Мбаппе. На шарту забирает Пандера. Кай засел с баяном, показал уровень, показал скилл. Справа от миду, справа миду, пацаны, убить, слева от вас. Найс. Фандер минус 2 уже дает на втором миду. И вдвоем прибыл Макс Фита в своих коврах. Я тебе говорю, брат, за раунд за Тудроц.
Фандер убивает Егора Шипа. 4 в 3 остается защита. Белка нашивает смог. Платон подставился. Алмаз проходит под А. Убивает опорника на лангу. И идет ковры. Ходите, спину не пойду, чё. Краб занял мидл, смотрит под джим, открылся и Фандер перестрелял. Это же вся команда надеется. Но как не сегодня! Ну, Алмаз не всесилен, против двух не смог взять раунд. Он меня загибал просто, пиздец как. Мбаппе уже который раз отлетает на мизу. Окей, окей. Фандер минус по крапу. Алмаз минус перетяжка. Эрик. Электроника исполняет в кава. Он здесь. Он вот тут. Вот тут парень. Он куда-то бежит. Он около арки, вот арки. Раскидываются смоки на А. Алмаз в сайте убирает Пандера. Алмаз! Хорош. И Эрик в песка. Двенадцать восемь. Счет заход на точку Б. Макс Фит по Каю. И тут же двойной размен. Защита в большинстве. И 1 в 4. Остается Егор Шип. Минус один уже, 1 в 3. Можно дальше играть, попробовать тащить. Минус 2 дает, 1 в 2. Минус 3. Что это, клатч? Нет. Фандер на опыте засел. На ребрах Кай забирает. Фандер Макс Фита. Заход через шорт пытается на спорте. Неудачно, крайне неудачно. Перекрестным огнем закрыли всю позицию. Кафель. Платон на гробах не разобрался. Уже вся команда стянулась под Б. Поставьте бомбу. 3 в 3. Алмаз смотрит. Гробы. Алмаз минус по КТ дает. Егор Шип заходит в церковь. Да. Минус, и остается один Мбаппе. Отлетает. 14-9. Погоди, погоди. Будете кальяна. Это камбэк, блядь, это камбэк. В коврах агрессия сразу пресечена. На шарте тоже ничего не получается у нас в спорте. И последний минус. 15-9. Бомба, бомба, балкон. Бомба упала на втором миду. Поджим с банана. Миду выйдут. Алмаз одного забирает. Там еще алмаз. Он, блядь, стоит, ждет, блядь. Двое Макс Фит подождал под джимом Мбаппе. Можно разыгрывать этот раунд. Одна играть, одна, надо, не, надо так же, там Фандер. Решает пойти на А через ковры. Алмаз на ноге бежит. Не смог забрать Эрика, Эрик занял позицию в сайте. Ой! Минус 2 дает по коврам. Остается один краб. Есть инфа. Забирает Эрика. Слева, 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 малые. Да. Там. В малых песках. Не, нормально. Ситуация 1 в 1. И краб убивает Фандера. Плач. Пойдем, пойдем, не ссать, не ссать. Ну счет 15-10. Алмазер по гробам дает минус. Можно зайти на Б. Подсадку не чекают, ребята, а там в смоку сидит Кай. Пожить.
Два в три, Алмаз! Алмаз какой дает минус, и еще Фандер остается на банане. Да-да, он понял. Нормально, пока стоим. Эрик с Фандером остаются против Егора Шипа. Клатчер кик. Может. Устанавливается. Хорош, и... Это ласт раунд. 2-0 по картам. Тудроц одержали победу.